Садитесь быстрее! Я господин Деверси. Я веду театральный кружок. Вы сможете блистать на сцене. За нас! Она зовет меня... Колин. Его зовут Колин. Приятно познакомиться, Колин. В театре нужно думать нутром. Центр эмоций. В подгузнике цыплята. Изучим Сирано де Бержерака. Это утес, это пик, это мыс... Нет, плевать на присутствие. Спасибо, Сирано. Почему вы так вяло говорите? У вас подагра воображения? Дыши, Колин. Неважно, если слова в разнобой. Помни, Сирано говорил с любимой. Давай просто не спеша. Если я постарею, чтобы замедлить время, чтобы не стать взрослым. Понимаешь? Ты раскрываешься. Я не понимаю тебя, Колин. Психолог нет. Логопед нет. Я слышу, мы все пробовали, но... Конец спектакля. У каждого есть что-то, что нас смущает или беспокоит. Если принять себя, никто не сможет использовать это против нас. Я хорошо подумал. Жежи Роксана, господин де Барса, вы нарушили порядок и показали ученикам вседозволенность. Вы все еще хотите получить постоянную должность, верно? Предрассудки, трусость. Никогда, никогда. Не хочу, не хочу, не хочу. Роксана, ты можешь быть кем угодно. Даже собой.